Вони всі мають якесь політичне покровительство. От Луценко сьогодні генпрокурор, хай попробує когось звинуватити не за своєї фракції, не за своєї партії. Ця партія вийде і скаже, ну поставили Луценка, щоб він з нами розбирався. Правильно? А якби був незалежна фігура, то можна би було говорити про те, що за справедливість, що незалежний прокурор вийшов і каже суспільству, значить ці винні. І суспільство би повірило. Ви гадаєте, що Луценко не зможе виконати усі свої обіцянки на посаді? Ні, він там поставлений суто для того, щоб бути спікером справедливості, як то кажуть в Україні. Ну, він буде просто... Генпрокуратура – це цей орган, який, в принципі, дуже важкий в своїх діях. А Луценко дуже гарний оратор, він вміє достукатись до сердець, при тому, що цьому нічого не робивши. І він буде людям з Львова розказувати те, що він робить в Києві він буде розказувати те, що він робить у Львові, і тим самим заробляти певні політичні бали і знижувати напругу навколо Генеральної прокуратури. Бо тому що на даний момент всі воювали проти кого? Яреми, Шокіна, там, Махніцького. Ну, тепер вийде Луценко і скаже, ну я ж працюю, ну що ви в мене хочете? Тобто він професійний політик, тому їх треба було їм там поставити. Вони ж звільнили посаду основного оратора Верховної Ради від БПП. Це що означає? Що ми йдемо до виборів. На вашу думку, зміни до Конституції частини правосуддя вдасться ухвалити і змінити такі, реформувати судову систему? Якщо аналізувати за першим читанням оце, що ми прийняли, ну, важко сказати, можливо. Ну, я не до кінця впевнений. Основне в цьому є законі, питання, хто нас буде судити. Все решта – технічні моменти, все повністю. От відповідь на питання, хто нас буде судити? Всі ті, що судили. От. А могла бути нові якісь там, хто нас міг судити. Тому... Будемо бачити, яку політику зайняла там Батьківщина, Самопоміч, Радикальна партія, бо з неї зміни до Конституції, ну, на жаль, ну, нічого не буде. Бо Порошенка разом там, з опозиційним блоком і з групами 270 голосів десь приблизно. Тому зараз важко сказати, але те, що якщо ми підемо за сценарієм таких змін, то, повірте, судочинства нового в Україні не буде. Нового і якісного. Я не знаю, кому там прийдеться піти, бо я, чесно кажучи, не вірю, що Луценко щось зможе змінити в Генеральній прокуратурі. Я погоджуюсь зі словами Семена, що його основна місія – це збавити політичну напругу. Якщо б він хотів дійсно щось міняти і себе називає реформатором, то він би прийшов і швидко би робив зміни, тобто показував суспільству, що щось відбувається. На даний момент дають 100 днів, а цих 100 днів кому дають? Команді Шокіна, за якими приглядає адміністрація президента, такі персони як Грановський. Тобто я не вірю в це, бо тому що, не знаю, Луценко, яка в нього мотивація, що він їх лишає на 100 днів, напевно, дає можливість їм в останній раз там за 3 місяці заробити. Тому, чесно кажучи, Генеральну прокуратуру мені важко коментувати. Я просто хочу вже побачити той час, коли буде Луценко стояти на трибуні Верховної Ради і буде пояснювати, що йому щось знову не вдалося, що їм знову чогось не вистачає, і дайте їм 358 раз шанс призначити гідного прокурора. От це моє бачення цієї ситуації, яка склала. Коли мені поставили запитання, а якщо законодавство буде змінено, чи ти готовий, я сказав, що я не хочу, але готовий. Я точно знаю, що це за робота, і дуже точно знаю, що вона нікому не принесе щастя. Але тим не менше, водночас розумію, що це та ділянка роботи, від якої залежить доля країни. Якщо така пропозиція буде офіційно сформована і президентом, і депутати знайдуть можливість зміни законодавства, я готовий розглянути таку пропозицію. Я висловив свою думку, коли мене писали колеги-журналісти. Я не хочу говорити конкретно про Юрія Луценка, він є політик. Але то, як відбувалося призначення, в мене викликає дуже багато запитань. Тому що його не призначали, його продавлювали на посаду генерального прокурора. Генеральний прокурор – це людина, яка має показувати приклад
максимального дотримання закону. Показувати приклад. Взагалі закон і генеральний прокурор – це має бути єдине ціле. На превеликий жаль, ми цього не побачили. Від самої процедури призначення є дуже багато запитань. А если еще и помнить о том, что ровно по этой причине, ровно для продавливания голосования за Луценко, господин Порошенко остался в стране и не поехал на антикоррупционный форум в Лондон, то ну уж совсем картинка выглядит некрасиво. Мало того, что принимался закон о Луценко, мало того, что накануне прошли обыски на предприятиях Коломойского, и в этот же день были обыски на предприятиях Веревского, которые влияют на какие-то голоса в Раде. То есть понуждали отдавать эти голоса конкретно за назначение Луценко прокурором, а до этого и за изменение закона о прокуратуре, который раньше предполагал вообще-то наличие юридического образования у претендента на генерального прокурора. По сути, мы видим, что правоохранительную систему в Украине просто валят. Это сутильный коллапс. Потому что генеральный прокурор, человек, который будет отвечать за оставлять на свободе человека или давать ему срок, и он не является специалистом в юриспруденции, я, наверное, бы тогда рекомендовала ему летать на самолетах, где пилот не имеет соответствующей подготовки, лечиться у медиков без соответствующей подготовки в интернатуре и, наверное, держать в альфе слепых снайперов. Но на нынешний момент я задаю сама себе вопрос. Я могу доверять следствию под руководством господина Луценко? Нет. Потому что господин Луценко отличился в 2005 году тем, что соучаствовал в фабрикации дела против Бориса Колесникова. Значит, он уже тогда допускал фабрикацию любого уголовного дела. Он с такой торжественностью выступал с парламентской трибуны, рассказывал о каких-то расстрелах на могилах, оторванных ногах, каких-то документах в сейфах. А потом это все не подтвердилось. То есть человек просто лжесвидетельствовал, не проверив факты, находясь при погонах, при высоком посту, а значит, обладая огромной высокой степенью ответственности за сказанное. И этот человек не принес свои извинения. И этот человек не принес извинения перед общественностью, которую он ввел тогда в обман. Но натомість он опинився за гратами, когда стал оппозиционером. Да, но он сидел, вы помните, по какой причине, да, за то, что он злоупотребил служебным положением. И при помощи своего давления на своих подчиненных выдал однокомнатную квартиру своему собственному водителю. То есть мы знаем эту историю, да, она у него была, она никуда не делась. То есть этот человек не является моральным авторитетом для украинцев, он не является моральным авторитетом для сотрудников прокуратуры, и он не является моральным авторитетом для политиков в этой стране. Я знаю Юрия Луценко дольше всех из присутствующих в студии. Я Юрия Луценко знаю с 2000 года, то есть в этом году 16 лет, как я знаю. Так случилось, что я работал журналистом в «Украинской правде», а Юрий Луценко возглавил движение «Украина без Кучмы», когда в декабре начались протесты после убийства Георгия Гангадзе. И Юрий Луценко стоял у истоков первых протестов против тогдашнего президента. И я знаю разного Луценко, поэтому мне и сложно легко о нем говорить, потому что и хорошо я его знаю, и в то же время знаю, что он может быть разным. Юрий Луценко приходит на эту должность со своим хвостом. Он всегда говорит, любимая фраза Луценко, нет мента без хвоста. Он так оправдывает всегда, что я вынужден назначать неидеальных людей, которые, возможно, были причастны к коррупции, которые, возможно, имели проблемы с законом, но все общество такое. Я с этим тезисом не согласен. В то же время, вот Юрий Луценко в жизни, знаете, он прошел через разное. И он в тюрьме побывал за это, как он себя вел в суде, как он мужественно воспринимал обвинения, которые на самом деле, конечно, были ничтожны по сравнению со всем, что творил Янукович. В то же время, вот, например, нам раздали перед его назначением его трудовую книжку, и там только 10 страниц его наград, которые были вручены. Ну, конечно, это выглядит смешно. Там награда «Рыцарь закона», которую сам себе он выписал, награда за борьбу с экономической преступностью, нагрудный знак за особые заслуги, за противодействие наркопреступности. То есть в каком-то смысле ему человеческие слабости тоже характерны. Например, эти 10 страниц перечисленных наград, которые он получил от своих подчиненных или от руководства других силовых органов. Что можно сказать о назначении Луценко на пост генерального прокурора? Это, конечно, был позор.
Я не побоюсь это сказать ему прямо в лицо и прямо на эфире, везде. Нельзя ломать страну ради того, чтобы один человек стал генеральным прокурором. Даже если этот человек отсидел в тюрьме. Мне кажется, то, что через он прошел, он заслуживает большего, чем просто быть назначенным, вытерев ноги о Конституцию и назначив его, напечатав газету задним числом, потом привезли в парламент эти экземпляры, перед этим закрыли сектор регистрации, чтобы обжаловать принятие этого закона. Но все равно он сможет показать, насколько он пользуется, знаете, насколько этот карт-бланш, который он получил, он сможет реализовать. Меня интересует другое. Юрий Луценко, когда его назначили на пост генпрокурора, на табло загорелись цифры 264. И потом пошла информация, кто же голосовал за Юрия Луценко. 23 депутата проголосовало из фракции «Відродження». За таким красивым названием «Відродження» находится фракция Игоря Коломойского. Одного из самых крупных, агрессивных и богатых украинских олигархов. Игорь Коломойский отдал голоса за Юрия Луценко этой фракции. Также 5 депутатов из нефракционных, которые близки к Коломойскому, дали голоса. Итого 28 депутатов. Это критически важные голоса были для Луценко, чтобы он стал генеральным прокурором. Поэтому у меня вопрос. А сможет ли Луценко возбудить уголовное производство против Коломойского? Сможет ли он показать всем, что он на самом деле, как сказал ему Порошенко, что он не будет идти вперед без оглядки на фамилии и без оглядки на то, кто его поддержал? Ведь мы знаем, например, у Коломойского долг перед бюджетом страны 18 миллиардов гривен только по компании «Укрнафта». Точнее, его долг перед компанией «Укрнафта» 18 миллиардов гривен. А компания-то наполовину принадлежит государству. 18 миллиардов гривен – это астрономическая сумма в масштабах страны. И она была накоплена еще при старом курсе, когда курс был не такой, как сейчас. Сможет ли он пойти вперед в атаку на этого олигарха? Например, только на одного из них. У Игоря Коломойского огромный долг перед Национальным банком, у его Приватбанка, потому что Приватбанку выдавалось рефинансирование во времена, когда был финансовый кризис после революции достоинства. В конце концов, есть дело Карпенко. Я это дело расскажу в двух словах, потому что это будет интересно послушать присутствующему здесь бывшему генпрокурору, потому что он это дело закрыл. Был такой адвокат. Ну не врите вы! Медведька закрыла, не я! Зачем вы врете? Расскажи про дело Карпенко, чтобы понимали, о чем Карпенко, речь. Карпенко, запорожский адвокат, который потом жил в Днепропетровске, скромный молодой человек, на которого однажды напали с битами, с молотками и забили его до полусмерти. Он выжил, к счастью, потому что вовремя приехала скорая, увезли его в реанимацию, он лежал в реанимации, в конце концов он выжил. Потом оказалось, что заказ на это преступление был реализован банде беспредельщиков, а посредником был сотрудник личной охраны Коломойского. И так случилось потом, что сотрудник личной охраны Коломойского был найден мертвым. Вот так вот, такая вот неприятность случилась с этим охранником после того, как было покушение на господина Карпенко. Потом была череда, и было возбуждено уголовное дело. И это уголовное дело было закрыто, был выдан даже ордер на арест Игоря Коломойского, после которого он сбежал в Швейцарию в 2005 году, рассказывая, что у него аллергия на амброзию. Потом были разные процессы, в том числе присутствующий ныне генеральный прокурор. Вопрос, при ком орден был выдан? Ордер. Ордер при ком был выдан? При Пискуне. Что не говорите? Забыли? Я продолжу. Проблема моя в том, что у меня хорошая память. Я как журналист многие вещи расследовал, писал, и я хорошо помню. Когда этот ордер был выдан, при господине Пискуне, генеральном прокуроре, этот ордер из суда отозвали. А через несколько лет была разборка олигарха в лондонском суде, и один из них сказал, что господину Пискуну было заплачено 50 миллионов долларов за то, чтобы ордер на арест Коломойского был отозван. Это слова, которые были в лондонском суде представлены конкретно одним из олигархов. А что 50, что не 100? Поэтому у меня, конечно же, есть вопросы к господину Луценко. Сможет ли он пойти вперед в атаку на господина Коломойского или, например, на господина Пискуна, против которого было возбуждено уголовное дело за то, что он подделывал штампы в своем паспорте, чтобы баллотироваться на выборах в парламент? Что из-за того, что Луценко прозначил генеральным прокурором? Смешно. Чему? Ну, потому что он мне не по профилю, и я за молодых. Если не мало освіти, то який из него прокурор? Луценко – це уже путь пройдений. Когось би взяти, виглядає все. Як великий керівник, ти должен себе держати вище всього. Перше, що у Німеччині він проштрафився, напився. Це все, на всю життя йому мінус, на всю життя. Це раз. По-вторых, він загнав у тупік МВД в своє время. І в-третьих, туди треба молодого, хорошого парня. Такой, как ты. Вот это вчера весь вечер слушала.
Конечно, в шоке. Чему? Судимый человек и снова туда же. Короче, их всех надо к стенке расстрелять. Можно хоть меньше зарубить. Как вы думаете, а чему у нас в країні такий безпорядок? Тому що, знаєте чому? Тому що бивші осуждені сидять в Верховній Раді і на даний момент, а молодь не пускають туди, до влади. Угу. Якби хтось молодий став би до влади, тоді було б щось, мабуть, якісь зміни. Я до політики відношення не маю, мені паралелі. Генеральний прокурор должен бути образован юридично. Ну, посмотрим. В конце концов, Луценко може теж, так сказати, учиться заочно. А він досвід там у тюрмі за 2.5 роки юридичний такий, що оті юристи, які купили дипломи, далеко їм до його ще.